Поживее! Да! Не! Элла!
не так. Эйла! Меня! Эй, ты! Тебя прислала Артемида! Я тебя избрал! Что, сбили мы с тебя спесь? Да нет! Нужно быть предельно осторожным. Выпусти меня! Эй, ты! Умри. Тебя прислала Артемида! Без оплаты! Дьявол, спасибо, двуногий! Здесь небезопасно. Встретимся за храмом в Хиосе. Эй,
Всем занять! В опасные воды! Мы в открытом море! Здесь могут быть враги! Поистине подарок богов! Сегодня чудесный день. Синяя вода, ясное небо, хорошие попутки, приключения. Это и есть жизнь! Готовы причалить!
А вот и храм на холме. Ты огонь!
Давай. Элла. На! Давай. Древняя жемчужина. О чем ты? Мы рождаемся во тьме и поднимаемся к высочайшим вершинам, а оттуда вновь уходим во тьму. И воин, и философ. Впервые вижу. Это не философия, это истина. Я открыл ее, познав насилие и рок, и увидев истинное зло. Ты о великом ужасе? Чудовище. Когда оно напало на нас, мы хотели одного — выжить. Копье помогло не попасться ему на глаза. Мне повезло, друзьям нет. Отдай мне копье. Мы воины. Отдать это копье без боя означает опозорить павших. Надежда! Открой, соперник! Думаю, стоит вернуться сюда позже. Ну, давай. На! Древняя жемчужина. На! О чем ты? Чудовищ. Как тебе удалось победить? Все случилось так. Но зачем вы отправились? Отдай мне копье. Вроде обычное копье.